Всем доброго вечера, товарищи. В общем, всех приветствую на канале. Сегодня будем продолжать проходить Evoland. Давайте, товарищи, будем дальше играть в эту прекрасную игру на платформе ПК. В прошлой трансляции мы остановились в этом городке, так сказать. Мы должны были спасти чью-то деревню нашей помощницы юной. Вот в итоге мы сейчас здесь, товарищи. Давайте изучим, что тут у нас есть. Привет, Анимуша. Привет, дружище. Приятно тебе стрима, так сказать. В последнее время появилось много тревожных слухов. Люди говорят, что даже священная роща поражена. Это было такое спокойное, прекрасное место. Если все это правда, боюсь, нам больше не на что надеяться. Привет, Гастер. Всем привет, товарищи. Всем рад видеть на канале. Привет, Химилак. В общем, я посмотрел сегодня твою игру. Я ее скачал. Проверить не удалось, потому что эмулятор требует какой-то файл. Я точно не понял, что это за фигня он там требовал. В общем, эмулятором там нужно что-то разобраться. Но завтра я тогда сделаю для тебя стрим, так сказать, дневной. Если что, где-то, наверное, часика, так, наверное, сказать, в 3 начну. Сделаю специально для тебя дневной стрим, потому что сегодня не удалось, так сказать, сделать стрим, потому что эмулятор не захотел врубать, как говорится, образ. Но сегодня после стрима вот этого мы настроим нашим товарищем Бубой эмулятор Dreamcast, потому что я в Dreamcast практически ничего не смыслю. У меня с ним мало опыта, так сказать. Что мог, я там настрою. Знаешь, игру Амнезия? Нет, я не знаю такой игры. Так, давайте идти дальше. Теперь у вас есть беспокойный ребенок, он может бегать весь день. Теперь у вас есть игроки, карты, которые в игре. Теперь у вас есть жадный продавец, это есть люди, которые наживаются во время кризиса. С Демулем, как правило, проблем не бывает. Ну, у меня возникла проблема. Что-то с образом, в общем-то. Эмуль-то, в общем-то, настроен, но почему-то он образ не хочет брать. Он там пишет что-то, какую-то ерунду, короче говоря, непонятно. Что-то про картинку, изображение, что-то такое. Не знаю, может быть, я там что-то не то, так сказать, не дожал что-нибудь в эмуляторе. В общем, настройками я там не дружу с Dreamcast, так что Dreamcast я вообще мало знаю, этот эмулятор. Так, в последнее время сложно доставить припас, тем не менее у меня есть качественная вещь по привлекательной цене. Купить. Быстрый DVD-плеер. Так, зачем мне DVD-плеер? Редкая карта. Фига там цена, редкая карта. Стоит 500, теперь 10 тысяч. Ничего так загнали. Серебряная броня, Феникс. Давайте серебряную купим. Купить серебряную броню, уже что-то усилено. Привет, Павуха. Будете файтинг рубиться? Да, не знаю, какой файтинг ты имеешь в виду. Пока никакого файтинга не намечается. Так, ну понемногу игра эволюционирует, мы это видим. Постоянно бегать не утомляет, я бы лучше поиграл с петардами. Понятно. Рядом между собой. Да нет, пока никаких файтингов не планируется. Руины Суруднаха, что к северо-востоку, отсюда скрывает множество сокровищ и опасностей. Ты вроде бы хороший парень, так что если отправляешься туда, я сделаю тебе скидку на лечение. Нет, спасибо, мне лечение не требуется, хотя... Что-то требуется. Сохранить игру желательно. Еще рано уходить, сначала нам нужно поговорить с моим дядей. Над его домом летает большой державой, так что не промахнемся. Меня немножко смущает героиня, которая вывозит из главного персонажа
Там так выходит из него и заходит, как какой-то дух. Дэта Ролива, например, на Dreamcast есть. А, такой даже тоже есть, ну. Понятно. Дэта Ролива я не планирую играть на Dreamcast. Хотя я знаю эту игру и всю серию, мне она нравится. Так, куда теперь? Понятно, все тут плохо. Деревня разваливается. Мелкие кусочки исчезли. Так, еще дальше проход есть. До этого Life 5, но она у меня есть в Steam, я могу до этого поиграть. Я играл вообще ее, но она неплохая, да, хорошая игруха. Но грузит комп сильно. Я был искателем приключений, как и ты, а потом получил стрелу. Скажем так, некоторое время я не могу нормально сидеть. Я помогу вам, но, к сожалению, больше не могу сражаться. Кэрис, дядя. Все в порядке? Так, дядю зовут Сид. Пусть будет Сид. Кэрис. Наконец-то вернулась. Здесь много произошло, и порча быстро распространяется. Почти половина Огай пропала, нам надо торопиться. Кэрис, дядя, мы получили силу кристалла и лезвие Клауда в шахтах Нори. Это должно хватить для любого зла, засевшего в Черной крепости. Да, я нашел мастера меча, его зовут Клин. Мы готовы к походу на Черную крепость. А типа РПГ? Да нет, я честно говоря сам не знаю, что заиграл вообще. Это как РПГ походу или что это. Сид, это хорошо, но вам нужен амулет Горна, чтобы войти в крепость. Он разделен на две части. Первая находится в священной роще. А на юге тут Алгай. Женщина, я проходила там на прошлой неделе, возле прохода рухнула скала и все завалило. Мне понадобится взрывчатка, чтобы пройти. Поговори с Гарреном, лысым игроком на рынке. Он служил офицером в армии. Кринг, попробуешь найти бомбу, чтобы мы могли попасть в священную рощу? А я пока поищу способ стать сильнее. Я ведь не могу вечно полагаться на твою защиту. Пойду домой и поищу четыре библиотеки отца. Он был могучим волшебником и знал много разных заклинаний. Ясно. Окей, встретимся позже, иди говори с этим Гарреном в бомбах. Ее мама тоже была сильной. Удачи. Давайте кто-то попьем вечеринку, остается один час, все немного не мог. Так, понятно, кого-то высылал найти, это, наверное... Наверное, Брюс Уиллис, как, наверное, я думаю, потому что... Только Брюс Уиллис умеет обращаться с взрывчаткой. Не в бомбах. То есть фон высокого разрешения, так намного лучше. Ну, спасибо, игра, ты... Ты все лучше и лучше становишься с каждой минутой. Зина, ничем не могу помочь, ничего не знаю о бомбах. Да и зачем тебе бомбы, если так проблем хватает. Так. Я прожил в Огое 60 лет, и сколько себя помню, Черная крепость всегда была заброшена. А теперь там стоит какой-то злоб, века назад. Ничего интересного. Так, куда же теперь направить свою задницу-то? Давайте осмотримся. А, выслала нам найти с этими как бы бомбы. А, вон он, кстати, стоит. Ищешь бомбу? Я давно оставил службу в армии Димаки, у меня нет таких вещей. Мне нужно поговорить с нашей медсестрой, это на север отсюда. Она знает все агайские сплетни. Понятно. Причем тут сплетни, интересно, и бомба. Какая тут связь, я вообще что-то не понял. Ищешь бомбы? Тебе стоит поговорить с этой старой спятившей женщиной, живущей в этой колодце. В своем подвале она хранит всякие странные вещи. Короче, я только что получил новую мазь для лечения ожога. Просто старая женщина, я таких не знаю. Игра. Дай мне весточку. Подскажи, что делать. Кого тут найти?
еще зачокнутая женщина. Все читал. Подожди, старая женщина, так это та женщина под 60 лет. Бомбы, говоришь? Ну да, есть у меня подвалинская штука. Они там с войны, она уверена до сих пор в порядке. Но я дам их тебе в обмен на услугу. Видишь ли, дракон напал на деревню, оставив после себя только обожженную землю. Нам нужно избавиться от этого гучего зверя. На этой неделе на патруле был помощник Рейлан, он сможет рассказать тебе больше подробностей. Ты найдешь его на входе в деревню. Понятно. Задание на задании. Деревню, да? Нет, сейчас еще нечего делать, с драконом сражаться. Дракон, не думаю, что кто-то действительно видел дракона. Я видел следы, большие круглые кратеры обугленной земли. Я же говорю этому ребенку, не выходите из деревни. Вечно он играет возле этих кратеров. Нельзя позволить детям играть около драконов. Тебе надо поговорить с ее матерью, ее дом сразу за домом, где живет Свит. Да нет, короче, по карте у нас. Так, матерь, на-на-на. Это не она. Мне кажется, мы там не все смотрели. Скорее всего. Ты зачем назовешь, чтобы понимать, что драконов не существует? По-моему, его петарды слишком большие и мощные. Им это негодный мальчишка украл бомбу из подвала старушки. Скажи ему отдать тебе бомбу. Пусть лучше не будет у тебя. Ничего себе. Чего же на... Раньше ты не сказал, что мальчишка там бомбы спиндорил. Ничего себе. Очень заботливые родители. Мама знает о бомбах, тогда у меня большие проблемы. Хотя это было так весело, много столько стоило. Могу я оставить себе одну? Так, и что он дал нам бомбу? А, походу дал. Клинк. Я разучил мощное заклинание. А ты нашел бомбу? И у вас есть бомба, обращается с осторожностью. Отлично, отправляйся в священную рощу, чтоб юг отсюда. Нельзя терять ни минуты. Так, юг отсюда, да? В компасе я вообще не волку, так что будем идти так, как есть. Так. Опыта. Вечно.
у меня же нет, кстати, зелий проклятых. До него дойдешь, блин. Там через каждые 2 секунды бой, блин. Это вообще как-то надоедает. Да, утомляет, блин. Так, мою героиню убили. А, честно говоря, от нее все на топ. Так много, так что. Так, руины Сарадунаха. Такое название. Язык сломаешь. Теперь у вас есть выбор персонажа. Очень жаль, что вы не можете поставить монетку добавить второго игрока. Ага, могу. Не знаю, давайте все-таки за него поиграю, как-то привычнее. О, золото дают. Жизняк тоже дают. У вас есть плоская энергия, теперь вы не ограничены четверками сердец. У вас есть комбо-удар. Хоть в конце каждого удара, чтобы выполнить обычный комбо. Удары. А, у нас теперь вот такая жизнь стала. Как Диабло в первой части. Прикольно. Плюс из окружающей цвета просит будто зависит от того, кто здесь. Бабки уже дают. Ну прям как точно Диабло теперь. Mm-hmm.
Поиск легенд. Костик Кештара. Всякую фигню не дают, короче. Так, непонятное происхождение. Ну прям точно Диабло. Слушайте, эта игра прям пародирует многие игры. Кольцо огня, плюс 5 защиты огня. Жили Орла, плюс 2. Шанс уклонения. Поиск легенд, плюс 10 к свойству ударов. Посадки штаба, не добавить ему урону. Привет, Александр. Надеюсь, на канале. Ну, до Диабло она не дотягивает, конечно. Да, конечно, не дотягивает. Схожести есть, конечно, но до Диабло так. Чуть-чуть. Что за игра? Evoland называется игра. На ПК. 2013 год. Есть, кстати, в Стиме. Стоит 250 рублей, но я скачал пиратку. Ибо не хотелось, так сказать, покупать за 250 рублей, конечно, игру. Вообще дорого для такой игры 250 рублей, я считаю. Потому что, ну, такой игре от силы я бы дал 100 рублей. Потолок 150. То это даже 150 это много. 100 рублей, я думаю, 120 вполне нормально. Тут можно почитать статы вещей, что нашел. Да, я понял, привет, Сейфер. Ну да, сейчас мы будем это все читать, честно сказать. Я так и уже понял, в чем тут все суть. Карта хромоножка. Хромоножка какая-то опять. Как по мне, из-за графической составляющей. Да, не 250, она нисколько не тянет. Ну, как по мне, я бы не сказал, что по графической. Игра красивая, да, интересная, развивающаяся, но 250 рублей в Steam это слишком дорого для этой игры, потому что, ну, как сказать, я понимаю, там по каким-то критериям они дают, там, по графике, по геймплею, по всему, может быть, они так судят. Но я считаю, что это, ну, дороговато все. 120-100 рублей вполне эта игра как бы стоит. В общем, наценка, так сказать, на игру, как всегда. Забавная игра, но она интересна на самом деле, она развивает, так сказать. Сама игра развивается и становится и все более интересной и захватывающей на самом деле. Знаешь, игру Fallout. Да, у меня есть Fallout, первый, второй, по-моему, в Стиме. Игра хорошая, я видел, как в нее играют, но сам не играл. Но можно было бы графу и получше, тем более 2013 году. Да, я думаю, вполне можно было. Но сейчас мы, может, глянем, может, они там подкрутили еще. Впереди, может быть, нас ждет какой-то супер-пупер графоний, который будет, так сказать, показывать что-то выдающееся. Разрушитель, плюс 300 к урону камням и стенам. Ага. Камням и стенам. Это, знаете, это нам дали, в общем-то, наводку. Помните ту пещеру? Нужно в нее вернуться и сломать там стены, камни. Как я понял, здесь делать нечего. Так, идем дальше. По-моему, больше ничего нету. Я бы сказал, совсем ничего нет. Mm-hmm.
А, нет, хотя есть. У вас есть динамическое освещение. Да, пора появиться вверх. Вроде карта есть, да? Да, нормально, я без карты боюсь. А платиру она за 90. Ну вот я же говорю, ее цена 99, господи. В Steam вообще не стоит покупать ничего. Только когда скидки проходят, и то тоже относительно, скажем так. Ну, на самом деле, да, вообще этой игре я же говорю, рублей 100 я могу дать. Рукавчик какой-то дали. Удачи. Звезду нашли. Да, и то выбирать надо, что стоит покупать. Да, то потому что глаза разбегаются, когда там скидки такие бывают. На самом деле. Смотришь, думаешь, а то надо купить, а это надо купить, а я же это приметил, а я же то еще. И это в итоге глаза разбегаются, ты не планировал там, не знаю, на 500 рублей купить. В итоге ты понакупил там на 1000-2. Искать каких-то небольших игр. Ну, так всегда было у меня в Стиме. Но рукавник драка превращает владельца в дракона, 12 месяцев на перезарядку. Кольцо удачи, плюс 5 шансов получить действие полезный предмет. Ништяк. Так что... Если покупать, то что-то определенное. У вас теперь есть мини-карта, на следующем перекрестке пойти налево. О! Давно пора карту было дать. Так вообще круто. Лево. Это я уже тут был. Пирог, а Evoland 2 будешь проходить? Не знаю. Ну, как бы, наверное, вряд ли, потому что у меня все-таки заказы копятся, надо их проходить все. Я думаю, что вряд ли буду проходить, хотя есть желание на самом деле поиграть в эту часть, но просто банально нужно выполнить заказ, потому что они растут, растут и растут. У вас есть массовое убийство, когда вы находитесь в состоянии неизвестного убийства. Убийцы. Так что да. Понятно, извините, это на меня напали. Поинтересно выглядит. Она просто 1000 рублей стоит. Ну, я понимаю, да. Ну, у меня просто банально сейчас заказы. Нужно заказы понять. Все-таки люди ждут уже довольно долго. Здесь вообще кто долго ждет. Среда зодиака. Паука, который сейчас мы как-то участвуем, вот это российский канал заслуживает. Так, ну вообще надо будет заказы все обновить, посмотреть. Это уже тех заказов, кого я пройду, первые самые. Когда я их закончу, каждого первого, надо будет те заказы, которые вы перезаказали, создать новое расписание и, как говорится, сделать очередь. Коленники Артитуса, блин, господи. Плюс 10 к скорости сбора предметов. Ничего себе, плюс 10 к скорости сбора предметов. А я тогда после профи сюда хожу Диабло. О! Хороший выбор, кстати. Диабло я с удовольствием поиграл бы. Особенно первый. Он, кстати, многоиграбельный. Так, что у нас тут еще есть? Какие-то всякие тут кувшины, всякое барахло непонятного происхождения. Эти монстры. Тут что есть? Ничего нет. Убийство получилось.
конечно, шлем нашел. Утро убийства. Так, охранный ангел жалеет вас на 20%. Жалеет вас 20% жизни, когда вас убил единорог. Бывающая розовая попона пони, даже не спрашивай. Так. Деспотические поножи гладиатора. Плюс 10 к урону против других игроков. Штаны также обозначают ваше достоинство. Так, ботинки вала малодушного. Плюс 10 к тактике удара. Тактике ударить беги, когда босс слишком сильный. Дух приключений, плюс 10 чувство приключения. Круто тень. Просто круто тень. Прочел. Солнечный шлем. Шлем наполненной энергии солнца, позволяет видеть в темноте. Спасибо, Сейфер. 90 на плечи, плюс благородство, так великолепно для низкой вечеринки. Так, а игра-то с юмором, как мы видим. Да, короче. Люблю звезд. Звезды люблю. Ну, тут собирать, конечно, не знаю, что они дают вообще. Лига убийства. Дух тайфуна, плюс 5 урона с качественным созданием. Бриллиант ожерелье висящий брюлик. Вы станете первым гангстер фэнтезийным героем. Время рвака, шанс отклонения. Дух приключений, плюс чувство приключений. Кольцо повелителя парнокопытных, плюс 17 корону коровы, никогда не знаешь, что можешь пригодиться. Так кажется, что они всюду валяются, а забрать их все настоящий челлендж. Да. Так. Заканчивается. Шанки невозмутимости, плюс 250 к испугу противника, теплый комфортный. А это отсылка к секретному уровню Диас Баор с коровами и алебардами. Так, что-то было или не было, по-моему, ничего не было. Короче, море отсылок, с половиной которых я вообще ни хрена не знаю. Так, куда теперь тащить свою задницу? Железную нужно. We'll be right back.
Стволов тут много. Теперь у вас есть весь в металле, у вас полная кровь, хочу себе тяжелый. Половину трубы больше всем тут найдешь где-то ссылки. Я дофига могу игры заказать и по типу Диабло, и по типу Fallout. Ну, крутяк, если что. Так, останки игры плюс один к критическому шансу. Серега Зодиак, время защиты ушей. Медаль за отвагу в два раза больше опыта на всякий случай. Учитывая солнце для нежити. Нежить теперь будет получать солнечные ожоги, так же, как и обычные люди. Набор разминирования ползунов позволяет предотвратить взрывы ползунов, если вы достаточно быстрые. Тут видно прям с Майнкрафта иконка. Босс будет 100%. Сказал это слово, сейчас набегут Майнкрафтеры. Да, я не думаю, что они набегут. Просто нет на ГГ. Может быть, единицы только. Опа, у вас, похоже, вы не должны были открывать это. Видите, приказал мне остановить тебя. Кто им будет править миром, я стану его полководцем. На этот раз сила креста тебя не спасет. Сегодня с тобой выглядеть не устало, а лениво. Ну, честно говоря, устало, но нормально. Привет, Курт. Всем привет, товарищи, снова. Готовься к смерти. Кого нежить? Однако аптечку. Так, ну вот аптечка-то была и моя. Комана. Олег, где аптечка? Аптечки-то нету. Yeah.
Блин, меня путает. Так, черт, слишком много. Да, блин, падла меня догоняет, чертова. Произошло, можете быть уверены, это в последний раз. А. Так, фу, блин. Справились с этой паскудиной. Профит Далтон. Как это произошло? Здесь что-то открылось. Проход. И приз. Вторая половина амулета. Одна из двух частей амулета. А, вот что-то еще. Теперь у вас есть портал в город. Кто же хочет снова проделать такой длинный путь? Снова портал дает. Так. Надо бы подлечиться срочно. Мы на последнем дыхании практически выиграли битву.
получились. Обязательно сохранится. Так, что ж теперь делать? О, сколько у нас сразу накопилось. Купить. Редкая карта. Быстро DVD. Я не знаю, стоит ли покупать редкую карту. Конечно, купил бы зелье, блин. Карта играл? Нет, карта не играл. Карта не играл. Да и хренство, короче. Покупаем зелье. Хотя, блин, 10 тысяч отдавать за эту ерунду. Ладно, куплю эту карту. Хотя, блин, вот я думал, 10 косарей на это тратить. Ну, стоит ли она того? Евристы. Экономим. Так. Даже сохранить раздуха на этом, это вещь руку. Хочешь сыграть две пары, я тут тебе нужен. А, вот. Что, давайте. Давай колоду, против которой будешь играть. Если выиграешь, получишь то с любым колодом. Ой, ну это еще игра, блин. Мне не до этого. Правильно. Каждый игрок начинает с пятой. Пятью картами, вытянув их с колоды. Игроки выкладывают карты на стол, пока он не будет заполнен. Вы можете захватить карту вашего противника, если положите свою карту рядом, старшей и на соответствующей стороне. Игрок с большим количеством карт его цвета выигрывает карту. Игрок с большим количеством карт его цвета выигрывает игру. Карты руки также учитываются как одно очко. Учить ничей игрок на сценированный круг проиграет. Реально есть легкая. Давайте легкую сыграем. Ты на эти карты собирал. Так. Кажется, смысл это понятен. Карта становится моя, понятно. Потом его. Ну ясно, чем больше цвета, то выигрывается. Понял. Хитрюга, он меня выигрывает. Так, 4-4 надо найти. Ты там найдешь, что? Блин, он выиграл, конечно же, блин. Непонятно как, ему просто повезло. Это называют легкой игрой. Читерство какое-то. Чё ты, блин? Я не так понял игру. И конечно, я должен это понять, как всегда по своей природе, вечно под конец, блин. Как всегда. Ладно, хорошо. Давай еще раз. Да я-то не тыкаю, я в общем тут. Я сначала не догнал правильно. Так, сейчас думаю. Пятерка, соответственно, возвышается на четверкой. Ну, с хомосом, разумеющиеся вещи. Так.
Вообще, конечно, прикольно посмотреть. А что это? А, блин. 5,5. Правильно. Так, 6 и 5. Ну, конечно, пятерку я поставлю. 5 и... 7, 6. Лучше, конечно, это поставить. Вот, сразу карты отбрал себе. Я выиграл, отлично. Так. Отлично было играть. Теперь у вас есть игрок, вы выиграли две пары. Так, ну давайте-то ладно, купим редкую карту какую-то там. Редкая карта, 10 тысяч, ладно. То есть карта король нежити. Все, я теперь банкрот и сейчас. И счастливый банкрот, так скажем. Так, ну купим. Ну, оставим на DVD-плеер. Я не знаю, что за быстрый DVD-плеер. Что это за хрень вообще. Хотя, подождите, я же могу что-нибудь продать. Да нет, что-то продам. Так, ладно. Давай еще одну. Среднюю. Так. Угу. Я первый, да, хожу? Ну, ладно. Может так пустить. А, вот, смотрите, с высокими статами. Ну, цифрами назвать. Так. Ставлю на селёдку. Так спустить. А, четверка получается, семерка. Как раз пятерка. Ага, не получится. Семерка. Черт, тоже не выходит. Так, да. Сделаем так. Мне пока выигрывать, черт возьми. Все, я проиграл. Ясно. А, нет, я выиграл. А, по цвету я выиграл. Раз тебе сильно повезло. Конечно, мне сильно повезло, у меня же супер карта была. За 10 косарей. За 10 тысяч гиль. Давай еще одну. Давай сложную. Ну, прикольная игра, что-то необычное, новое. Мне вот это уже нравится в игре. Уже как-то поинтереснее, скажем так. Так. Какой же кинуть-то? Можно, конечно, восьмерочку. А можно что-нибудь другое? Давайте на семерку. Слушайте, ну прям можно, знаете, вот эту одну игру играть только. Я имею в виду вот эту мини-игру на стриме. Как дополнительный режим. Уже, пожалуйста, как дополнительная игра будет в каком-то смысле. Так, знаете, мы что выделили? Пятерка, значит там что у него, одни шестерки, ах ты. Ах ты, ах ты зараза, у тебя одни шестерки, да? Так, ищем семерку. Нету, ничего нету, придется тогда как-то поставить вот сюда, наверное. Ч
черт, у него пока нехилый захват. Так, пятерка. Четыре, пятерка. Черт, я в меньшинстве, ладно. Но у меня выиграл, короче. Хотя еще не факт. Или нет? Нет, у меня выиграл, мне карты слабые. Короче, плевать, куда поставить, потому что сам проиграл. Фэнтези, пародия. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я еще и сыграю, ничего страшного, сложно. Пятерки, да? Ну, если все пятерки, то универсально. Легко будет пока что. Так, значит шестерку. Ты, блин, я не ту карту взял. Блин. Весь ход поломал. Ладно, не все потеряно. Все потеряно. Две карты выиграли. Надо бы сыграть еще раз. А, типа намек на самую нереальную судьбу. Давай. Последняя нереальная. Я уверен, что плюшку, наверное, дадут. Так, а просто такую поставить самую мощную карту, середку, чтобы он не смог вообще отбить. Да, уж нехило там мне карту. Так, четверку я могу поставить. Четверочка. Нехило у него карты, между прочим. Это точно будет нереально. Но у меня пока есть тоже карты. Я могу поставить. Я думаю, стоп, стоп, надо подумать. Шестерка. Семерка. Я могу или вниз, или вверх это поставить. Да, короче, эту сюда можно поставить, или вот сюда. Но вопрос в том, что ту карту правую нижнюю я не смогу захватить. Зато смогу закрепить вот эту карту. Во второй части тоже есть карта. Ну, если так, то это супер. Так, о, восьмерочка. Восьмерочка, я отобью ему, так сказать. Это зараза. Честно, ничья будет, наверное, сейчас. Хотя нет, я проиграл, блин. У него на одну больше просто по цвету. Да. Один ход получился неверно. Так, ладно, еще раз. Еще раз. Готов. Так. Поставим вот универсальную карту вот здесь. Поставим самую простую карту в серединку. Что это за звездочка там? Мне кажется, это захват карты. Как бы так тебя поймать? Ай,
связи вообще. Опять я проиграл, да? Нет, или выиграл? Выиграл. Как это? 4, а у меня же 5 красных. Что за бред? А, ничья, видите, 5 и 5. Блин. Ух ты, засранец. Так, думаем. Как же вот так? Он уже сделал ход. Ладно. Поставлю... Универсал, что ли, поставить? Я не доставлю. Вот это, я думаю, поставить лучше будет. Ты любишь карточные игры? Ну, не знаю, мне кажется, это интересно, с одной стороны. Потому что как-то мозги думают. Хотя гвинт я не играл. Да, о чем говорить, я Ведьмака даже не играл. Ни в какую часть. Так. Да. Кстати, моя карта получилась. Ах ты. А, типа звездочку универсал, может любую поймать. Чёрт, это плохо. Чертовски плохо. Так, у него пятерка. Покажите так. А, не поймать. Семерку, на семерку есть что-то? Нет, на семерку. Я могу прицепить эту карту какую-нибудь. Сюда, например. Ну, в покер на костях, да. А кому что, в общем-то? Так, 8. Слушайте, ну не знаю, тут у меня, по-моему, нечем отбить. Могу же пятерку поставить. Ну, у меня выиграл, понятно. Ну и очку больше. Так, еще раз, товарищ. Я не сдамся. Такая нереальная, я бы тоже не сказал. Выиграть можно. Так, восьмерочку. Восьмерочку я отобью девяточкой. Ну, очко больше. Ну да. Ну сейчас, я думаю, мы выиграем. Пятерка, универсал. Пазл. Ну, пазл, да, тоже было такое. Изи. Я не сказал, что изи. Так, семерка. Где пятерки мне доступны? Конечно, у меня не будет нужной карты. Одна, я поставлю ее вот сюда. Что-то такого нереального-то. Это хитрость какая-то. Так, ладно, я первый хожу. Ставлю универсалку 4. Середки. Ну, точнее, не совсем универсалку. Так. Хитрюга, а? Не, подожди, я его выиграю, еще как выиграю. Шестерка.
Так. И где? Если вот так. Вроде равная борьба, но этот козлина меня выигрывает. А, я его сейчас на два хода выиграю благодаря этой карте. Ах ты сволочь, а? Отбил твою налево, но одну карту сейчас отобью, а другую нет, по-моему. Да блин, ничья, блин. И у меня главный цветок больше, и ничья вышел. Ну, блин. Козлина. Я тебя выиграю. Так. Ставим простую карту тогда. Давайте опять растения начнем. Ладно, я тут в расчет не буду карту брать. Отобью свою. Хотя, какая разница, господи, я могу. Я лучше эту отобью. Карта, она как-то была по-другому бы применить. И шестерки, главное, и пятерки, блин, и не отбить. Единственное, я могу вот эту карту пустить в ход. Хотя, мне кажется, что вот эту отбить самую сильную. Пачка, наверное. Это засранец. Супер, все, опять я проиграл. Хотя не факт. Ну, по очкам выигрывает, а и по картам. Ну, все, он меня выиграл. Ясно. Это по-хитрому все сделано. Так, попробуем другую стратегию. Попробуем поставить вот эту сюда. Пятерки, семерки. Так, соответственно, я тогда, наверное, пущу вот эту карту. Засранец, вот засранец, а. Вот, блин, у него какие-то читерские карты. Опять он выиграл, конечно, блин. Сделал ход. Ладно, я сейчас отобью эту карту, если получится. Шестерки, нет, блин. Ладно, хрен с ним, поставлю его сюда, допустим, нет. Thank you.
Так, а ну-ка, пятерка, тройка. Блин, я могу захватить ту и ту, но нет, поверьте, ту я никто не смогу захватить. А если четверка? Ага, четверка, тройка, понятно. Очкам выигрывает. Блин, слушайте, у него просто карты такие сильные. У меня на самом деле не такие сильные карты. Даже учитывая, что я потратил на другие карты. Парочку сильных карт. Так, пробуем еще раз. И смотрите, почему-то не все карты вылезают, а как попадет тоже. Так, самый сильный я ставлю. Поставлю вот эту. Сюда. Так, попробуй-ка отбить ты мне вот эту. Пустит. Это ерунда на самом деле. Это ерунда. Четверка. Четверка, пятерка. Семерка, шестерка. Поставим сюда, допустим, чтобы не захватил ту карту. Как бы отделяем. Также поставлю только на противоположной стороне. Я не сдамся, можно мечтать.
Ах ты хитрюга, да что за чит такой? Что это у него теперь с двух сторон звездочки? У него же было на одной стороне. Ну это, конечно, уже читерство, я честно сказать. И откуда у него такая карта с двумя звездами? Вот хитрюга. Еще ничего тебе устрою сейчас. Пока что 5-5. На одну очко выиграл. Но я был близок. Блин, а где те другие карты, ё-моё? Что за хрень? Знаете, как бы даже карту поставить. Козлина мне обрезал его путь. Так. Допустим. Читер. Да, не выиграл, конечно, понятно. Что если сделаю так? Шесть и девять. Конечно, такого нету. Играй за FF8. В смысле, не понял. Так, ладно. Сейчас мы попробуем. Так, попробую отбить эту карту. Чем можно убить? Шестерку. Восьмерку можно отбить. Хотя я его могу потом спокойно даже отбить. Топ-игров Final Fantasy. Так, сейчас я отобью эту карту. Ах ты, вот сволочь, а.
Вот сволочь. Подожди, я тебе сейчас сделаю. Так, ладно. Тут хороший шанс. Или эту, или эту. Вон лучше эту работать. Мне кажется. Мне кажется, получше будет. Блин, надо было вот эту другую карту, черную поставить. Я бы и нижнего поймал. Черт. Почему у меня всегда идея приходит в последний момент? Так. Так, стоп, такую семерку, шестерку. Конечно, он опять выиграет, потому что, видите ли, он на одно очко больше. Ну, здорово. Потому что он еще первый ход сделал. Засранец. Очень хитер. Так, а если поставлю... Что мне доступно? Опять 6-7 доступно. Ну-ка, 8 есть. А блин, как же он меня так выигрывает-то? Я что-то не пойму. Ну такой засранец, слушайте, ну это вообще просто. Знаете, как поймать карту? Так, я могу на 4 поставить, я могу 5. Эту я карту не смогу поймать, хотя у меня есть неплохая довольно-таки карта. Я могу поймать 6, лучше уж ее упустить. На 9 я не думаю, что найдется что-то у него. Да, карточной игре надирать задницу. По полной программе. У него прям, знаете, у него прям такие все выгодные карты стоят, а у меня какие-то не очень карты. Что самое смешное. Но не проблема. Сейчас я могу его поймать, подловить. Я могу подловить четверочкой. Хотя лучше поставить большую карту, потому что... Все-таки уже финал. Сейчас влепит какую-нибудь карту. Тогда я лучше поставлю ее, наверное... Черт, если я поставлю карту... Пятерку сюда, я не захочу эту, она может захватить эту. Ну, давайте рискну. Так. Сейчас вроде неплохой набор.
Средний, так сказать. Так, там кто-то мне на стрим зашел на ютубе, я не успел поздороваться, в общем, приветствую, товарищи, всех приветствую. Так, шестерка, шестерка, о, я могу две карты отбить, смотрите, еще даже. Да, да, кстати, я могу отбить две карты, товарищи, очень удачно. Даже знаете, как я могу еще сюда поставить эту карту, если, конечно, не засунуть ее. Видите, две отбил карты. Может, в коем-то веке я выиграю. Вот только одну отбил. Это не проблема. А, черт. Тем не менее, я сейчас должен зарешать. Да ежишь! Я надрал тебе задницу, сволочь. Зарешал. И че дал? Вот раз тебе так сильно повезло. Теперь у вас есть карточный чемпион. Убили все колоды. Вот этот раз тебе так сильно повезло. Все. Изи. Снова добился. Моя, так сказать, победила. Пойду сохранюсь. С такой тяжелой баталией. Так. Лечимся заодно. Да, я выиграл все колоды. Круто. Я это сделал. Так, дальше что? Какое у нас задание? Давай еще партийку. А, нет, спасибо. Я пас, мне хватило. Так, какое там задание-то у нас было? Что-то я уже подзабыл. Гова Крумейдж. А чё это за игра такая? Первым поехал, так, это все я читал. Бла-бла-бла. Так. Против Вагаи. Да, я все зачитал. Задача пройти игру, главный смысл там это. Да какое задание, кому это уже важно? А, ну да, уже кому это важно? Ну, было же какое-то задание, куда там надо было идти? Куда там надо было идти? Так, я вернусь помощь пещеры. А, вот, вы хорошо потрудились, найдя первую половину амулета. Теперь вы должны пытаться чайную рощу найти вторую половину. Михаил Ишхин, на Зельду или финалку больше похоже по-твоему? На Зельду, мне кажется, похоже, но оно, в общем-то, так смешано здесь. Есть много отсылок к разным играм. Но больше на Зельду похоже, если честно. Кстати, приветствую на канале. Добрый тебе вечерочек, товарищ. Так, что дальше он дал? Это все читал. Получается, зерно должно быть появиться помощь взора, распространяющий порчу. Почему значит, что пойдет мой дом? Мы все обречены. Мы все погибли. Так, ладно, погибнут они. Подождите, там же колодец был. Вдруг что-нибудь колодца есть интересное. Нет, что-то тут не было. Хентай будет. А, ты хочешь, чтобы канал забанили? Нет, хентай не будет. Так, все читал. Что там он мне еще говорил? Теперь вы должны пройти священную рощу, найти вторую половинку. Найди священную рощу на юге от Агаи. Да. Ищем вторую половинку амулета. Нам чего другого-то не остается, в принципе. Так. На юге, а где этот юг вообще? Я вообще не увидел адрес с карты.
другую сторону надо выбраться. Кентакли нет. Кентакли, ну, Кентакли, ненавижу Кентакли. Этой игре так вот эти бесконечные битвы по каким-то полям настолько скучные, что короче так себе, скажем так, тыканье по очереди немножко наскучивает. И так хватает робот, так они еще и это добавляют, там уже очень часто. Да-да-да, чисто невинно любви. Настолько чисто, что за это банят на канале. Вы выиграли 580 Короче, я уже устал даже так говорить. Короче, повышаются статы при каждой битве там на 7 же уровень, 8, это, до бесконечности. Игра заходит. Да мне нормально, просто вот эти вот, через каждую секунду битвы. Сейчас нас грохнут. Вазили есть. Я их тоже могу вылечить, не делать ничего. Тогда обоих надо. Просто тут расходуется больше, а убиты до хрена. Да блин, ну блин, ну зачем? Ну зачем игра? Ну хватит меня мучить, я же не выживу. А что за феникс, интересно? Так, стоп, магия, магия, магия. Лечение. Давайте, конечно, еще мне цветков подсунуть. Сейчас мне бухнут, конечно же. Да-да-да. Супер. Игра кончена. Супер, просто супер. Блин, ну зачем так? О, ну хоть с этого места. Что хоть сохранился. Блин, жалко, нельзя из игры выйти.
любой хитарый вверх по сюжету Джей Мартина раз два, да, и персонажи будут есть. Если честно, я вообще игру престолов не смотрел и как-то не тянет смотреть, никакого вообще интереса не будет. Какой там уже 8 или 7 сезон, где игру престолов должен быть? Я знаю. Так меня же гофнули. Девушка-то погибла до этого. Что я далеко не сумку. Ну, блин, прошли 10 метров или 5 метров, вот все. Можно проиграть бесплатным лечением. Так просто говоришь, как будто вот два же я взял и проиграл. Уже все от тактики зависит. Тактику не выбрал. Так сложилось. Нет тактики. Как это нет тактики? А сейчас я чем занимаюсь, интересно? Просто уплю. Конечно, может показаться, что кто-то видит, что я просто уплю, но тут выбор тоже есть, кого убить. Так, идем дальше. Ё-моё, опять. Я, короче, понял, где эти точки всякие. Еще бы юг найти. Старые финалки там ты чаще бьешь, потому что с запами проблема. Ничего не помню, что написал, короче, я сделал, что я понял. Бежим, бежим. О, какая-то башня. Ты не можешь войти в Черный Крест без обоих частей. Ах, ну здорово, блин, ну конечно, приперся сюда сейчас, чтобы это мне сказал. Она бесконечная битва. А, можно, оказывается, сбежать. Не дрить его налево, оказывается, можно сбежать. Оказывается. Я только сейчас это увидел. Вали налево. А можно разом сбежать? Я хочу губку. Так. Да, иду тут налево. Я тут, блин, жопу рву, блин, на каждой битве. Оказывается, можно будет сбежать. Ну беги, блин, что ты там стоишь-то, ё-моё. Эта игра, блин, немножко подбешивает этим вот режимом бесконечной битвы. Пока я тут выберусь, блин, меня тут уже бухнут, по-моему, толку ноль будет от этого. Короче. Да, да, давайте, купайте меня полностью. Ломайте меня полностью, игра закончена, да. Скилл повышаешь. Да какой скилл, господи? Тут, блин, скилл еле чувствуется. Если тут был бы скилл, я бы его почувствовал. Так, что-то там растет уровень и уровень. В целом, вся одна и та же пиперда. Черт, сюжет, да. Черт, сюжет больше битв выиграл бесконечных, с которых ты еще хрен сбежишь. Еще пара спинков под зад дадут и в итоге ты уйдешь раненым. Можно войти. Так я, да, я понял, ну вот ищу эти точки. Одна оса. Надо их завалить. А как промах? Я знаю.
Так, можно вниз пойти. Давайте вниз пойдем. Я, по-моему, даже оттуда пришел, мне кажется, но я пойду. Должен. Да, жизнь увеличена, там все, все такое. Да, чё? О, священная роща. А, так мне сюда надо, да? Ё-моё, блин. А, ну да, типа не войти. Давайте посмотрим. Эти камни должны ломаться, по идее. Мне же там что-то дали, короче, которое камни ломает. А, бомба, точно. Все понятно. Кэп нужен? Конечно, Капитан Америка. Ты всегда нужен. Бомбермен. Так вот, бомбермен тут у нас. Да, химик. Именно так, взрываем. Взрываем все, что видим. Так, идем дальше. Что у нас тут такое есть? Удающийся необычно. Вышки опять. О! Это кристалл. Теперь у вас есть путешествие во времени. Тут не по приставочке, что переместиться в прошлом, настоящем мае. Опять что ли в таком режиме? Господи. Я же все обратно как было. Спасибо за возможность. Но я хочу 3D графика. Ага, Дэнди. Именно он. Так, а вот здесь что делать? Тут можно взорвать, может быть. Хрен там был. Короче говоря, надо какую-то другую зону. Вообще, да, это мысль. Покрыть пошли. А, да, я точно, я сейчас догнал смысл. Все, я понял. Я понял. Так, а ну блин, тут уже, конечно, все за самой себя говорит. Понятно. Пожалуйста, не сжигайте маленькие деревья. Так, а теперь можно снова вернуться, да? О, какое дело. Все вперед. Покорять убийцы. Спасать прекрасных принцесс. И убивать всяких драконов. Так, я вижу лестницу. Давай, Гаста, счастливо. Спасибо, что был на стриме. Спасибо тебе огромное. Приходи еще. Там глупая фраза Сереги за стрим. Нужно, наверное, пойти в другую сторону.
Но я же не понял сначала, господи. Конечно, у меня будет эта глупая фраза. Само собой. Наверное, тем более я там что сказал, добавил. Так, новая локация. Блин. Так, вы, у вас есть лук. Теперь ваш рюкзак, и выберите лук. О! Давайте лук возьмем. С луком будет интересней. Большое разнообразие. Помимо меча. Подождите, мы же можем вот эти всякие ломать штуки. О, теперь у вас есть раскопки. Вы используете бомбу, чтобы взорвать поврежденную стену. Да, как я понял, звездочка, что может быть еще в таком месте. Так, допустим, я пойду вот так. Поджигайте маленькие деревья, да? Сказали. Чё они не горят тогда? А, понятно. При вас есть изменения в будущем. Маленькие деревья больше не будут расти на настоящем. Логично. В каком-то смысле. Стал.
что я делаю? Ну-ка. Ясно, понятно, так. Да я понял, понял. Умные мысли не сразу приходят. Нормально. Так. Тут он налились в Каин. У вас есть путешествие по времени, у нас приместить между прошлым и настоящим. Чё там с... А как будто деревья нельзя здесь так поджечь, что за бред? Ну вот уже лишнюю головку. Так. Не зеленый сыр не горят, впервые есть звезда, спустись к этому звезду. Приперся бы ради звезды. Звезды. Ладно. Мимо деревьев тоже нельзя пройти. Ну конечно, даже лакун игры. Можно сюда пройти. Да, Старс. Помнит, что Старс. Запять. Жги луком. Посмотрим, что тут поджечь можно. Так, луком-то поджечь, а где перемещение во времени, что нужно было поджечь все дело? Ничего не вижу. А, так, блин. Так тоже можно. Все ясно.
Вы смогли прочитать «Зажги мой огонь», чтобы открыть проход. А, вот он, я вижу. Ясно, товарищи. Попал типа. Да, ПГ развивает логическое мышление, согласен. Тренировать нервы. Берёг на амулет. Нашел. Блин.
Да, Старс, я помню этого Старс. Видит. Любил это. Старс. Или как-то вот так он это любил делать, ведь, я помню. Так, я, наверное, сейчас буду уже скоро завершать, товарищи. Осталось 2 локации, 3 минуты 30 игры. А, 30 минут игры. Еще 30 минут игры, да? Ё-моё, гребаное дерево. Ну, в моем случае это будет час. Скажем так, а может полтора. Течет медленнее, да, но мне всегда медленнее течет. Так. Да, Курт у нас вообще в будущем, мы поем третьего ночи, между прочим. И поговорить с моим дядей. Нужно найти вторую часть амулета, пока не стал слишком поздно. Так, мы же нашли. А вот мы выбрались из деревни. Блин. Четко пока не прийти выхода, да. С дядей надо сначала поговорить, потом уже башню. С врагами. Попробуем, Так, вот и как раз сохранялочек. Сейчас мы поговорим с ее дядей. Не знаем, что там интересно. Он же должен нам сначала, по-моему, сплав сделать. Мы же нашли две части. Готово, теперь у вас есть амулет, весь амулет. Вы можете выйти в Черную крепость. Вы найдете на ее востоке, отлагая сразу за рекой. Удачи. Yeah.
Кому уже заканчивается вырваться, в общем-то. Руин сразу что все да, так, вот чего меня. Сохраняю игру. Ну все, товарищи, на этом мы купим пуэр. Да, а, кстати, да, точно, хорошо сказал, да, купим пуэр. Как-нибудь купим пуэр. А, мне не хватает на пуэр, между прочим. Я могу, конечно, что-нибудь продать. Да нет. Ну потом, короче, все дело сделаем. Ладно, товарищи, в общем, да давай игру добьёмся. Да нет, нет, какой добьём. Сейчас сам добьюсь. В общем, завтра добьём игру. Завтра хоть у меня суббота, я сделаю завтра стрим, как обычно пусть будет. И постараюсь всё-таки завтра настроим, я надеюсь, мы игру Тими Лака. Завтра её поиграем в часиков 3. И, в принципе, может быть, даже не в 3, может и в 4. Примерно вот так. И, соответственно, добью, наверное, может быть, завтра еще и вот эту игру. Ну, по, в общем, смотрите, следите за анонсами, товарищи, увидите все. Опять в группе ВК. При стрим готовь еще одну игру, тут осталось чуть-чуть. Да, я понял. Так что, товарищи, завтра все будет. Посмотрим. В общем, завтра я вам дам знать, будет ли стрим или нет какой-либо. Так что вы следите, главное, за анонсами. А если не настроим игру Химилака, пойдем во вторую часть. Нет, надо все-таки заказу, так сказать, следовать. У тебя выходит насыщенный завтра день, 17 на Адберг, да, тут еще и две игры плюс, да, еще Адберг. Блин, как же сделать-то, ё-моё, даже еще этот долбанный Адберг. Как же мне так сделать, чтоб то и то и то. Так, ну тогда знаете, как сделаем, товарищи? В общем, сделаем так. У меня завтра Адберг. В общем, сделаем так. Если завтра вечером, если нам завтра удастся с Бубой настроить эмулятор, мы сделаем завтра вечером игру Химилака вечером, 8 часов. Если не удастся сделать по эмулятору ничего, то мы завтра сделаем тогда вот эту игру, дальше пройдем. И, соответственно, мы так сделаем, товарищи. Забей на Адберг, успеем. А не муж из первой. Так что, товарищи, примерно вот так будет. В общем, если вечером... В общем, так, в общем, вечером будет завтра или вот эта игра, которую я сейчас играл, или игра Химилака. Ну и, соответственно, там еще Адберг днем. Ну, в любом случае, понедельник у нас все и так будет, так что там один день, воскресенье подождать, тем более в воскресенье у меня, так сказать, свои дела еще будут, так сказать, так что понедельник все осилим, я думаю, тем более в воскресенье мы можем еще, у меня будет время, настроим все остальное. Я не... Так, это мне пишет. Ладно, товарищи, в общем, завтра смотрите за анонсами, как что будет, не гарантирую, что может какая-то быть определенная игра, будет только одна игра, или Химилака, или... Сейфера вот эта игра, так сказать, как он говорит, там 30 минут осталось. Так что, товарищи, ну, если мы вдруг успеем и настроить и Химилака игру, и успеем эту игру быстро пройти за полчаса, то я думаю, можно будет даже и с Химилака игру, допустим, после этого стрима. Ну, в общем, посмотрим, товарищи, сделаем все как полагается. Сегодня кинчик, пятница же. Нет, я сегодня кинчик не буду крутить, я уже сделал 11 неделю кино, потому что это слишком много, как бы, и стримы, и кино. В общем, 11 неделю теперь, в субботу у нас будет кино. Ночь в субботу. Или когда там уже получается. В общем, по субботам кино, скажем так. 12 часов по субботам кино. Так что завтра будет кино в 12:00. Так что будет что посмотреть, товарищ. Ладно, в общем, завтра, походу, у меня будет насыщенный день стримера. В общем, следите за анонсами, все увидите. Всем спасибо, кто был на трансляции. Подписывайтесь, друзья, следите за анонсами, ставьте плюсики, ставьте лайки. В общем, будем, так сказать, в ближайшее время осваивать все заказы. То, что можно будет, так сказать, то, что будет возможно. Ладно, друзья, всем счастливо, всем пока.